Здрасте! Слава богу, ты пришла! Да. Ну что ж, я напоминаю опоздавшей, что это шоу «Холостяо», где участницы борются за сердце миллиардера. Наталья, ты для нашего героя придумала обидную кличку. Так. И все время его так называешь. Напомни, пожалуйста. Тварина? Ну что ж, встречайте, Тварина! Не люблю непунктуальных. Назови мне причину опоздания, я не выгоню тебя с проекта прямо сейчас. Причина? Ага. Я подбирала бюст... Так. Для соответствия всем... А, нет. Для соответствия своей конкуренции. Понятненько. А еще объясни, почему участница номер 4 еще целую неделю, а ты пришла сегодня в ее платье. А зачем оно трупу? Ну что ж, девушки, давайте не будем ссориться. Настало время первого свидания. Сегодня очередь Натальи. Наталья, ой, прошу к столику. Слушай, у тебя такие изысканные манеры. Да? Сразу не скажешь, что ты 10 лет сидела в тюрьме. Я в курсе, что ты сказала тюремной охране 3 слова, и тебя отпустили. Что это были за слова? Ты... Так. Сейчас... Так. Сдохнешь. Сразу как-то, понимаете, двери... Знаешь, вот двери сразу нараспашку. Сразу иди, иди, чур-чур. Ой. Да, да. Очень интересно. Знаешь, в анкете написано, что у тебя есть... Особое выражение лица, которое дает понять партнеру на первом свидании, что он не в твоем вкусе. Можешь да. мне показать? Ой, у меня их несколько. Мне достаточно одного. Хорошо. Давай я сделаю это быстро. Как бы раз-раз, чтобы, если что, как будто бы, ай, показалось. Ну, я бы растянул бы. Мне очень интересно посмотреть. Да? Да. Точно? Ты знаешь, мы чем-то похожи. Да. Еще в анкете написано, что ты очень хорошо поешь. Ой. На китайском. Здорово. Да? Да, да. Давай. Да. А, позволь, да. я буду рассказывать историю, да. а ты будешь переводить и петь. Давай. Давайте. Однажды маленькая девочка пошла в лес собирать ягоды. Но по дороге в лес ей встретился огромный свирепый медведь! И он гнался за ней по лесу и орал! Орал, что она не знает китайский! Я прошу тебя, сядь! Ну зачем ты мне соврала, что знаешь? Зачем? Ну потому что я... У меня есть чувства. Ну, тогда ближе к телу, как говорил Мопассан. Присаживайся, давай продолжим наш разговор. Теперь я хочу поговорить о твоем поведении на проекте. Да, да, мне придется. Ты знаешь, что на проекте мне уделяют всяческие знаки внимания и все такое. Да. Да, но ты, конечно, переплюнула всех. Как тебе пришла мысль в голову во имя любви поджечь себя и огненный прыгнуть с парашютом? Как? Я хотела, чтобы ты меня заметил! Хорошо. А что ты хотела сказать, когда ты украла из магазина 3 килограмма селедки для меня? Почему для тебя? А для кого? Я хотела есть. Нас не кормят тут. Нас кормят твоими цветами. Уже? И все, только цветами и комплиментами. Все. Давай перейдем к самому интересному. Крови? Я знаю, что у тебя есть
коронный танец, от которого без ума все мужчины на планете. И этот танец называется «Австралийский мордучок в период цветения брокколи». Да. Верно. Станцуй, пожалуйста. А музыка будет? Сейчас попрошу. Музыку. Ты знаешь, это было так красиво. Да. Это было элегантно. Это было шедеврально. Это было женственно. Это было сексуально. Это было... Прекрати. Ты знаешь, я не буду никого больше смотреть. Я понял, что я выберу тебя. Ты та самая. Разреши, я тебя поцелую. Целуй. Слава богу, ты пришел. В пятницу в 22:00. Юмор на СТС.